бабам одновременно. Когда ты, сука, нагуляла дитя, и от тебя ушел мужик, и ну или еще какая-нибудь херня с тобой произошла, неважно, ты с прицепом умудряешься найти мужика. Ну, я понимаю, когда дядечки лет 40, они осознанно это делают. Возможно, у них даже есть детки примерно, сука, твоего возраста. Но это одно дело. Когда бабы раскручивают молодых парней на эту авантюру, вот это просто жесть вообще. Тут два варианта. Либо парень решил поиграть в папочку, и еще в идеале, если ребенок живет не с тобой, а, к примеру, у папы, у бабушки, дедушки, кошки, собаки, да не суть. Когда, в общем, это свиноматка технично сплавляет ребенка кому угодно, вот это прям круто. Парниша может приезжать раз в месяц или два, почувствовать себя папой, папочка, подарить подарки, там, машинки, куколки, не суть. В общем, больше это и не требуется. Либо второй вариант, когда ему тебя тупо жалко, и он весь такой молодец, хочет помочь и так далее. Ты баба с прицепом. И если у тебя получилось развести мужика, то ты красотка, а мужик нет. Красотка. Ребята, всем здорово, Саныч. Обратите внимание на ее ямочку, такую на подбородке, как у Саныча. Ребята, мне нравятся такие чаечки с ямочками. И не только эти ямочки, их мне нравятся. Ладно, это все такое, ребята, про между строк, как называется. Ребята, если вы думаете, что сейчас я начну расхваливать чаечку во все стороны, то типа, ой, молодец, правильные вещи, говорит, ребята, нет, нет. Для чего? Я периодически показываю вам женщин, которые говорят адекватные вещи, но, ребята, не для того, чтобы их расхвалить. Молодцы, в чем-то права, в чем-то не права, но тем не менее, да. Обратите, вроде бы как топила за мужчин, вроде бы как борется за молодое поколение, типа, да, там, не встречайтесь с РСП, молодец. Но, помните последнюю фразу? Раскрутила молодого пацана, молодец, умница. Ребята, мораль какая? Чтобы, это сейчас вот не в оскорбление женщины, ни в коем случае, я их люблю, уважаю, но тем не менее, что бы женщина ни говорила, чью бы сторону она ни принимала, насколько бы сладки, как мед, не были бы ее слова, ребята, и фразы, которые льются вам в уши, женщинам не верить никогда, ребята. Что бы она ни говорила, что бы она ни делала. Вот просто поверьте мне, вот просто выдолбите это в своем сознании, ребята. И женщинам верить нельзя. Вот поверьте, когда у вас будет ситуация, когда вы, допустим, там вот... Вот вы просто вот уяснили эту простую истину. И вам попадется чаечка, будет вам так заливать. Ну такая умничка, ну все. А потом вы просто поймете, что как бы, ну когда она покажет свое истинное обличие, да? Вы просто поймете, что... Все-таки Саныч был прав. И я молодец, что и не поверил, ребята. Они существа эмоциональные. Сейчас она за тебя. Потом хоп, ей эмоции стало напротив тебя. Потом она опять за тебя. А потом она вас с Геном встретила. А потом она поняла, что любила тебя. Ребята, человеку эмоционально нестабильному доверять это все равно, что ходить по канату без страховки. Ну, примерно как-то так вот, ребята. Просто уясните это для себя.